Я поздравляю вас с Днем Астаны. Астана – наша общая гордость. Вместе с вами мы строили этот город, прекрасный, восхитительный. Гордость не только казахстанцев, но и наших гостей. И он становится еще краше. И с Экспо 2017 будет еще лучшим. Построим новый центр. Может быть, появятся новые гольф-клубы, как мне обещают, за Ханшатором, там в поселке Зеленом. Еще один возникнет. Ну и здесь из ремонта вышло первое наше родное поле историческое. И мы сегодня с вами сыграем. Я рад, что я сегодня встречаюсь с вами. И я желаю всем успехов. Ну то, что ветер, погода, для гольфиста это не помеха. Играет в вихрях, возле морей, там ураганные ветры. Наоборот, поправка тренируется, удар, поправка на ветер делается, мастерство улучшается. Так что сыграем, друзья.